Гомелі подвели выники традиционной доброчинной акции «Ёлка жадання». У студенты медицинского университета и сотрудники гандлёвага центра «Сакрет» завітали с подарунками в областную дитячую клиничную больницу. Тут яны наведали маленьких пациентов, от яких отмовились батьки. Организаторы доброчинного мероприемства привезли цацки, гигиеничные сродки и дитячее харчаванне. Кожному дитяти яны пожадали моцного здоровья и выканания самых заповедных мару. Нагадаем, акция «Ёлка жадання» стартовала еще у початку снежня. Принять удел мог любый жадающий. Для этого треба было взять записку с жаданием дитяти и набыть отповедный подарунок. Акция у нас проходит 9-й год. Она подошла к своему логическому завершению. Мы ее открывали в начале декабря. Сейчас мы приехали уже в 3-е место. Это вручаем подарки деткам-отказничкам, либо которые находятся без родителей на лечении в областной клинической больнице. Подарки были собраны и на елке желаний, и также в благотворительные дискотеки проводились студентами медицинского университета. И это все совместно объединялось. И вот сейчас мы это доносим деткам.